то, что в голове. Потому что если старик работает в молодом коллективе, то он и сам подтягивается. Но это не что иное, как осознанность, то есть становится моложе. А вот посади среди стариков или старперов, посади молодого человека, то он, гляди, через лет 5 в таком коллективе сам станет старпером. Точно так же он и будет рассуждать, и точно так же будет, и даже внешне будет выглядеть именно таким. Здесь все, опять же, как говорится, все в голове. Что, как мы себя программируем, такими мы и становимся. Если мы программируем себя на молодость, программирование молодости очень просто. Если вы каждый день перед зеркалом будете говорить себе «я молод, красив, симпатичен, обаятелен» и тому подобные аффирмации, именно в позитивном плане, то поверьте, что где-то через какое-то время даже окружающие заметят, что вы стали выглядеть моложе. Чем это связано? Это называется внутреннее программирование. Подсознание, аффирмация переходит на подсознание и начинает создавать определенное восприятие и реальности. Поэтому это будет не иллюзия, это будет реально, человек начнет молодеть. Это будет программа, которая будет работать достаточно долго, пока опять мы не перепрограммируем себя в другом виде. То есть если мы опять там, я балбес, я несчастный, я вообще там некрасивый. Вообще подсознание интересная вещь. Вот если с точки зрения магии изучать его, то подсознание всегда программирует или записывает последнюю команду. Вот могу, например, говорить длинную-длинную аффирмацию, но последнее предложение будет основным, ключевым. Это как, знаете, в магических молитвах, я называю православная магия, она всегда в конце ставит аминь. Вот аминь — это последнее, что запускает эту программу. Поэтому говорите коротко: я красивая, я молодая, я буду жить долго. Или там: я молодой, красивый, буду жить долго. Можно перед зеркалом, можно просто самому себе. И это повторять нужно постоянно. Минимум 21 день, потому что подсознание программируется в течение 21 дня. Вот будете это говорить, увидите там, через 21 день, может, вы такое не увидите, но вы через 21 день запустите программу, а там, гляди, через годик будете выглядеть довольно даже симпатично для своих годков. Предлагаю не просто взять мое высказывание как авторитет, а попробуйте. Попробуйте через годик скажете, что вам говорят окружающие. Если они, конечно, из зависти не лицемерят вам, это тоже нужно учитывать.